Закон, ограничивающий возможности курить в России, очень мудрый и своевременный. Именно потому, что в течение очень большого времени курение в России развивалось настолько стремительно, что мы вышли на передовые позиции в мире по этой части. И поэтому очень хотелось бы как-то вернуться хотя бы туда, где мы были в советские времена. Вторая вещь. Очень часто говорят о том, что ущемлены наши фабрики. Коллеги, это ошибка. Фактически мы курим только импорт. Поэтому, если мы уважаем друг друга, то, на мой взгляд, заставлять людей быть пассивными курильщиками у активных курильщиков нет оснований.